Итак, всем привет. Дербаним печку. Ман Командор F2000. Сейчас я уже ее достал, вытащил. Я вкратце расскажу, как она разбирается. Что для этого нужно. Все, скорее всего, будет одним дублем. Так что, поехали. Итак, первое. Выкручивается. Вот она, смотрите, уже. Уже все раздербаненное, здесь панель вся. Выкручиваются два болта с одной стороны, два самореза, два с другой стороны. Здесь отвязывается блок, куда крепится этот диагностический разъем. Там релюшки еще находятся некоторые, где он. Вот он этот блок, блочок, вот он. Дальше отвязывается этот блок управления печки. Естественно, здесь отвязывается все. Все вытаскивается. Так, здесь три самореза выкручиваются, там, с той стороны снизу, здесь снизу саморез выкручивается. Ну, здесь я разобрал, мне надо было подлезть сюда, вот этот блок, вот эта часть. Дальше, вся панель сдвигается на себя, просто она сдвигается, просто тупо на себя сдвигается. Далее, вот здесь, в этих местах... Сбилось так вот, наверное. Вот раз, два. Здесь несколько вот таких вот защелочек. Все эти защелочки аккуратно снимаем ножиком. Сняли их. И у нас дальше получается идет вот такой кожух. Он закрывает всю печку. И далее сама печка просто простым движением вот так вот чик. Вот она, грубо говоря, взял ее вот так вот, чик, потянул, и она выехала. Дальше, ну, дальше сейчас будем смотреть, как она разбирается. Дальше. Здесь защелка у нас одна. Так. Ножиком аккуратненько подцепляем, чтобы нам ничего не сломать. Так, сняли кожуха, берем отвертку, и у нас здесь идет два самореза, раз, и два. Самореза. Так, ну и здесь по принципу хомута она закрывается. Дальше убираем в сторону и достаем. Где наша печечка, где наш моторчик? Вот в таком виде моторчик печки продается. Моторчик печки фирмы Nissan. Взяли мы. Говорят, хорошее качество у них. В принципе, упаковка-то, вон, смотрите, какая. Можно взять моторчик печки, чтобы он был без крыльчатки. Можно взять, чтобы был с крыльчаткой. Ну, соответственно, с крыльчаткой он идет подороже. Так, убираем. Так, что я еще хотел? Я хотел померить диаметр крыльчатки. Что-то такое ощущение, что эта крыльчатка больше. Достаем. Так. По нулям. Так. Ну, примерно 128. Ага, вот как раз и получается, что эта крыльчатка больше, моя родная. Садится она как-то на горячую. Ладно, сейчас попробуем что-нибудь придумать. Итак, как мы сняли вот эти самые крыльчатки? Их надо нагревать. Мы, значит, нагрели ее.
нагрел, соответственно, фена нету. Взял я, направил на автономку сюда, поставил, так вот погрел, и оно все у меня отошло. Вот. Она снялась, то есть берешь вот так вот ее на оси, как она стоит, ее берешь, поворачиваешь, стягиваешь, и она стянулась. Вот. Также обратно поставил, нагрел и обратно насадил их туда, вставил. На данный момент все это выглядит вот таким образом. Да, что-то вот здесь вот кривая вот эта вот. Вроде ничего нигде не задевает. Но я думаю, нормально будет дуть. Сама по себе крыльчатка кривая. Вот. Сейчас ставим обратно крышечки. Вот эти самые закрываем. Вставляем обратно. То есть не так вот так вот она должна стоять. С этой стороны. Закрываем все. Ставим обратно в этот, в печку. И все, собираем, я уже проверил. Дует как сумасшедшая. Прям как надо дует. И, кстати, все нормально заработало. Все обороты регулируются. Как надо выключается. То есть все путем, все как надо работает. Так, и так. Так вот лучше будет видно. Так. Опа. Здесь вот они. Два полоза есть. Два полоза. Вот они, один. Вон он, второй. В них вставляется моторчик. И задвигается. И все, ништяк встает. Блин, так, скобки забыл поставить. Утаскиваем обратно. Ай, лошара. Так вот. Поспешишь, людей не смешишь. Да. Разговаривал с Сашкой, с нашим красноярским товарищем. Он изначально сказал, что, говорит, надо скрывать этот, как его называют, что надо печку полностью целиком снимать. Потом уже это, я уже выгрузился, еду, он мне звонит такой: я, говорит, забыл это, я, говорит, тут вспомнил, я, говорит, это. Тебе же, говорит, надо просто поменять моторчик печки. Я говорю, ну, да, он, говорит, он и так снимается, он и так вытаскивается. Я говорю, Саня, я говорю, ну ты красавчик. Обрадовал меня прям. Я говорю, обрадовал меня. Я уже, говорит, хотел на станцию гнать. Потому что, блин, охота отдохнуть, думаю. Так, пускай сделают там. А я это... Так, сейчас соберем, поставим крышку. И проверим, все правильно дует у нас, не дует, как у нас дует и куда у нас дует. Итак, запускаем. О, крыша. Отсюда он тоже сдувает. Все у нас. А, даже это. Опа, всасывает. Отпуск. Чик, оп, отпустила. Вот эта тема, моторчик дует хорошо. Собственно, здесь уже закрутили. Здесь у нас винтик, саморезик. Мы его тоже закрутили. Так, еще один сейчас останется. Саморезы здесь идут вот такие. Саморезики. Отвертка длинная. Приходится вот так вот крутить. Че, нормально. Опа. Так. Теперь можно вот так вот подкрутить. Затянуть. Опа. Подтягиваем. Дальше составим. Здесь у нас ничего не мешается. Но здесь все нормально. Да, многие, кстати, вот сломано вот эти места. Вот так вот я сделал. Два винта, две пластинки железные
металлический, в моем случае алюминиевая. И все. Да, не совсем как бы смотрится, что винты с этой стороны. Но ничего, мне нормально оно. Меня оно устраивает. По-другому бы все равно у меня не было. Так, здесь у нас на двух саморезиках с этой стороны. Раз, и, по-моему, два, да. Нет, что-то не похож отсюда. Нет, отсюда вроде. Вроде отсюда. Так. Закрутили. Потом надо будет затянуть. Бибибка у нас. Вот это бибибка. Другой кнопочки нету дальше. Это я зря снимал крышку ручника. Она как бы не влияет, не мешает. Дальше. Прикручиваем блок, ставим. Прикручиваем этот блок. И собираем дальше. В принципе, разбирать-то тут немного. Так, дальше ставим вот этот блок. Здесь такие вот подпружиненные пластмасски, которые не дают блоку управления парапета провалиться туда-назад. Поставили, все, огонь. Крутим саморезики. Что у нас получается? Прячем эту штуку. Так, это у нас... Это у нас отсюда, с этой стороны, где вторая ветродуйка. Вторая ветродуечка. Вон у нас эти. Нет, не так. Не так. Вот так. Вот он стоит сюда. Да, вот сюда. Вот он у нас стоит. Не, да, нет, неправильно поставил, значит. Вот это сейчас как я. Ах ты, зараза. Ну вот и все. Все у нас собрано. Здесь я подклеил эпоксидкой. Здесь сломана вот эта вот часть. Выломана. До меня еще сделали. Поломали панельку. Ну вот и все. Печка все работает, все нормально. Все, огонь. Не ту крутилку. Чик, выключил. Включил. Сижу, сдувает. В общем, нормально. Все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, будет полезно. Вот, всем удачи. Всем пока.